Друзья, сегодня мне выпала честь стать частью крутой команды Victory Cup, чемпионат по танцам. Сегодня здесь будут представлены разные команды, разные стили. Пока мы ждем зрителей, пока мы ждем участников, я уже переполнена вот этим ожиданием и хочу скорее, чтобы все началось, потому что я на этом мероприятии первый раз. Я получу удовольствие, в этом нет сомнения. Костюмы топ, просто реально, как маленькие гангстеры. Я говорю, я таких деловых детей еще никогда не встречала. Один мальчик, да, в коллективе? Да. Грустишь? Нет. Кайфуешь? Да, конечно. Он на расхват. Это твой мальчишка? Нет. Чей парень сразу? Я его заберу. Я заберу. Твой? Он весь наш. Это весь ваш? Да. Ну что, солнышки, просто солнечный коллектив девчонок. Бомбически взорвался сейчас этот танцпол. Вы как? Хорошо выступили по-вашему? Да. Я думаю, что мы хорошо выступили. Отлично. Кто вам придумал такие костюмы интересные? Наш тренер Яся. Яся, это кто? Это ваш хореограф? Да. Ой, а где она? Здесь, это в зале сегодня? Да. Она гордится вами по-любому? Да. Сейчас пойдете к ней, она скажет, или будет ругать. Вот что-то не так сделали, что-то не так. Она чаще вас ругает? Да. Она чаще вас ругает или хвалит? Да. Здравствуйте. Здравствуйте. Как вас зовут? Меня зовут Алексей. Это ваша команда девчонок? Да, это моя команда «Бомба Стайл». А вы как кайфанули, как они выступили? Все было четко или что-то есть сказать? Ну, всегда есть что дорабатывать, чуть-чуть подвела техника наших очков, а так вообще достойно выступили, неплохо. Это так трогательно, они так радуются, я сейчас за них горжусь, как будто бы я сама их учила танцевать, и они сегодня здесь зажигают. Просто у вас потрясающий хореограф. Какие у вас очаровательные, красивые девчонки. Знаете? Вот моя девочка, моя подружка, она из Тигров, маленькая. Она когда заняла первое место, она подошла к судьям и сказала, чтобы они L-Dance дали первое место. Они прям идеально сегодня все сделали, станцевали? Или есть какие-то недочетики? Ну вот поругайте их или похвалите наоборот. Да, нет, идеальных вообще людей нет. Есть недосчеты. Мы выписываем в основном после таких чемпионатов, осматриваем видосы, выписываем ошибки, прям вот такие листы. Вот, и прям посвящаем этому урок, и какие-то ошибки, помарочки мы это исправляем. Как тяжело вообще судить детей, выбирать ребятишек? Ну, это сложно. Да, это очень сложно, впереди это предстоит. Мы судили сейчас юниоров, тоже сложно. Очень. Какие-то вообще прям есть такие, прям запомнился вам номер? Прям, или вот кого наградили, вот по факту первые места, вот прям самые яркие были? Да, так и получилось. Короче, Даша Никонова молодец. Все, кто победили, все молодцы. Все, кто участвовали, тоже большие молодцы. А вы сами хореографы? Да, да, да. А есть прям какие-то ваши вот ребятишки от вас, которые здесь? Нет. А вы преподаете ребятишкам маленьким? Нет, уже а, нет, вот. Да, уже только взрослым. Только теперь взрослым. У вас свой есть, будем преподавать ему. Танцы отдадите своего ребенка? Я думаю, да, да. Серьезно? Да, ну не знаю. А мне вот с такой фигурой пышечки реально будет прикольно что-то научить? Да. Потому что я вообще никакая. Да. Ваня сможет научить всему. Ваня, научи меня чему-нибудь. Ну покажи прям пару каких-то движений легких. Я сейчас тут вообще, блин... Так вот, уже все готово. Вот это? Да. Вот. Ты так и танцуешь? Да, вот так. Блин. Ну ладно, тогда, Вань, думаю, ты меня ничему не научишь, я пошла. Я так вдохновился от детей. Прям видно, у кого какая база, у кого какой бэкграунд. В общем, вдохновили дети, спасибо вам. Забрали вы второе место и первое место. Ну что ж, и третье тоже забрали. Вы...
Вы все забрали, вы никому шансов сегодня не оставили. Маленькие звездочки, зажигательные. Я вот хочу поговорить с вашим хореографом. Расскажите мне, как выложились девчонки? Вообще все сделали по максимуму или где-то вот не дожали? Ну, всегда есть, конечно, недочетики. Но, как видно, сегодня все постарались. Я очень горжусь своими девчонками. Все молодцы. Люблю, обнимаю. Я хотела попросить, чтобы вы... смотрите, вы забрали первое место, второе место, третье место. Ну, покажите мне пару каких-то классных движений. Давайте мы с вами задвигаемся, чтобы я чуть-чуть что-нибудь выучила. Можете? Организатор и еще педагог. Ты учил танцы. Тут есть какие-то твои ребята вообще? Да, мои ребята выступали и даже заняли. Ну, как бы, насколько можно сказать, это заняли шестое, но для них это круто, потому что они такие же разнепослушные, как и я. Поэтому круто. Но ты сегодня здесь больше как организатор, да, мероприятия? Да. Как готовились? С какими трудностями вообще вы столкнулись? Или наоборот, что-то было вообще легкое? Я не знаю, почему очень много мероприятий в это время. Очень сложно потоки разделять людей, потому что вот в данный момент происходит их 17. Поэтому сложность в этом, чтобы удержать народ, чтобы пригласить их, чтобы они выбрали именно нашу тусу. Я вот вообще неподвижная девчонка, но я думаю, что такой мужчина, как ты, сможет меня расшевелить. Может, покажешь мне пару каких-то движений, чтобы я кайфанула и тут, ну, чтобы не сильно позорилась? Окей, на изи. Давай. Отлично, такой симпатичный, ты свободный. Я у всех мужчин сегодня спрашиваю, свободны они или нет. Моя дочка, твоя большая фанатка. Серьезно? Да. Как зовут? Агата. Агата, солнышко, у тебя замечательный отец. Я передаю тебе приветик, чтобы у тебя все было классно. Когда они выходят все на сцену и вот так вот зажимают пальцы, и некоторые прям четко уверены, что вот сейчас их назовут, а потом их не называют, и вот этот момент, когда они это принимают, это, конечно, типа болезненно. Но тут я очень надеюсь, что педагоги, родители смогут правильно поддержать. Не с точки зрения, типа, да, там все дураки, они ничего не понимают, а именно настроить на то, что надо больше работать, и все обязательно произойдет. МС Лента – сибирский стиль. Ой, как это круто! Посмотрите, какая яркая и харизматичная. И сегодня весь день держится просто на этом потрясающем человеке. Спасибо большое. Ну, во-первых, не один день, а два уже дня. Набью себе еще побольше баллов, но не только от меня все зависит. Я лишь подливаю масло в огонь происходящего, потому что, конечно, основная искра исходит от танцоров, и мне остается только получать удовольствие и вдохновляться. Завтра буду лежать пластом, сегодня кайфую и
на максимум работаю на сцене. Сама вообще отношение какое-то к танцам имеешь, умеешь двигаться? Да, я бегёл в прошлом, танцевала брейкинг, участвовала даже на мировом чемпионате боти. Это такой для бибоев это очень крупный фестиваль, самый, наверное, легендарный. В общем, у меня есть брейкинг карьера в прошлом, потом у меня полетела спина, и я решила, что со сцены я просто так не уйду, взяла микрофон и больше с ним не расставалась. Ты просто нереально харизматичная, лучшая. Скажи, пожалуйста, есть какие-то у тебя фавориты уже здесь? Нет. Вот это мне очень нравится. Я никогда бы не смогла судить фестивали, потому что тебе нужно выбирать из лучших лучших. Мне нравятся все. Я знаю бэкграунд, я знаю бэкстейдж, я знаю, что все стараются в меру своих возможностей. И я не выбираю людей как лучших, худших, фаворитов, любимых, нелюбимых. Я всеми искренне восхищаюсь. И, наверное, поэтому для каждой команды у меня столько есть огня и любви. Оль, ты одна из ключевых фигур, благодаря которому произошло здесь что-то невероятное. Я работаю с тобой уже второй раз. Организация на высшем уровне. Но мне интересно знать, с какими трудностями вы столкнулись, когда вот это все организовывали. У нас мало зрителей на про-номинации, ребята. Вчера был целый день классных про-выступлений. Команды, соло, дуэты. Уважаемые зрители, танцоры, приезжайте, набирайтесь опыта. Была колоссально классная атмосфера, клевые номера, но нам реально не хватило нашего зрителя. Ну, а если говорить об организации, то самое основное в начале было очень все это, знаешь, как двинуть. На самом деле я не одна уже из ключевых фигур, я, может быть, тот создатель, кто это двинул. Сейчас ключевые фигуры — это ребята, организаторы, которые работают вместе со мной, которые творят это чудо, потому что реально чемпионат у нас очень-очень крутой, очень достойный. И я очень благодарна всему стаффу, координаторам нашим, нашим организаторам, нашим прекрасным SMM-менеджерам, нашим прекрасным операторам видео, фото, нашей прекрасной Зарине, которая теперь с нами и нас поддерживает, за ту огромную работу, за тот вклад, который мы все вместе делаем, создавая классный, на самом деле, по-настоящему честный танцевальный продукт.